Венгрия. Наибольшего напряжения бои достигли 11 января, когда враг попытался через Замоль пробиться к Будапешту. Стойкость и упорство в этих сражениях показали части 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Афонина. И все же к исходу дня, с большими потерями, противнику удалось захватить Замоль. 1-й и 11-й полки этой дивизии оказались в полукольце. Но гвардейцы не покинули своих рубежей и продолжали драться с большим упорством. В самые трудные минуты боя их вдохновлял личный пример бесстрашия и стойкости коммунистов. Так, во время одной из атак противника на позиции 11-го гвардейского полка, особенно трудное положение сложилось в одном из батальонов. Погибли командиры и его заместитель, были ранены командиры рот. Между тем танки противника ворвались на передний край обороны батальона, другие стали обходить с флангов. Создалась критическая ситуация. Лишенный управления батальон дрогнул. И в этот момент солдаты увидели парторга полка, капитана Ниязова. Выскочив из траншеи, он громко крикнул: «Батальон, слушай мою команду! Ни шагу назад!» Голос капитана услышали все. Дрогнувшие было бойцы вновь вернулись на свои позиции и по приказу парторга дружным огнем отбили атаку. Люди стояли в буквальном смысле насмерть. Врагу удавалось проникнуть в наши позиции лишь тогда, когда уже никого не оставалось в живых. Вот как сражались, например, гвардейцы, пулеметные роты, возглавляемые гвардией лейтенантом Коробейниковым. Их было немного, всего 24 человека. Огнем вражеских танков, за которыми наступала пехота, были один за другим разбиты 9 пулеметов. Половина бойцов погибли. Работал только один пулемет. И он бил по немцам беспрерывно. Оставшиеся в живых быстро заменяли выбывавших из строя. Последним лег на пулемет командир роты гвардии лейтенант Коробейников. Он скосил несколько десятков гитлеровцев. Пулемет замолк только тогда, когда был убит и этот герой. Все 24 пулеметчика погибли, но не пропустили врага. Об этом подвиге фронтовая газета сообщала своим читателям 14 января 1945 года.